После насыщенного декабря Лера Кудрявцева решила восстановить силы в солнечном Омане, который не пользуется спросом у российских туристов. Телеведущая охотно публикует фотографии из жаркой страны, но на кадрах не видно Игоря Макарова и маленькой Марии, что только подогревает слухи о разладе в семье. Кроме того, в социальных сетях Кудрявцева выложила фотографию, которая моментально привлекла внимание подписчиков. На кадрах блондинка позирует рядом с брутальными красавцами, которые, по словам Леры, являются ее хорошими друзьями и помогают изучать богатую культуру экзотической страны Аравийского полуострова. Ребята, начинаю знакомство с султанатом Оман. Этот дворец был построен первым султаном Омана, правящей династией Аль-Беусаиде в XVIII веке, пишет телеведущая. Поклонники возмутились, что бородатые мужчины слишком близко прижимаются к Кудрявцевой. Подписчики тут же принялись интересоваться, куда пропал молодой Игорь Макаров и почему замужняя телеведущая позволяет подобные фривольности. Под провокационным постом отписался и молодой супруг телеведущей. «Не задавите ее», — написал Игорь Макаров с закрытого профиля.